Йоу-йоу, йоу, привет, ты на канале Вояб Мюзик, меня зовут Саша Устайл, и сейчас мы с тобой послушаем песню Кэптаун, которая называется Gangsta Party, и посмотрим, значит, Mood Life видео, это у нас Фриман Джилу и Фриман Туманы, погнали, я тут немножко гнусавлю, но для тебя контент пилю однозначно, лайкосик, значит, подписочка с тебя, Кэптаун. Кэптаун фит Ландау. 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 Ага, он какой чувак. Похож на Нейтана из Отбросов, кучерявый. Окей. Она хочет отсосать мое время. Этот вечер, ты королева. Мы приехали тушить свечи сколько можно. Давай завтра порешаем, братик, будешь должен. Мне не нужно даже денег, чтобы ее дернуть. Нам не нужно даже фото, но если так запомнишь. Ну слушай, это так по-европейски звучит. Это вот Лэндау, да, так фальцетом делает? Мне кажется, или тихая песня какая-то? А, это вот откуда? Не Мамбет, но в Казахстанке. Ну кайф такой, знаешь, клубный музон. Качает прям. Нравится, нравится уровень. Давай, 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 давай. Музончик прикольный такой, ритм всегда этот заходит, он такой какой-то, как это, у скрипа, шевели своим туловищем. Вот эта тема, которая, можем взорвать, почему нет? Так, ладно. Прикольно, прикольно, Кэптаун, значит, такой трючок можно и в плейлист добавить. А у нас, значит, Джилу, Фриман 996, Туманы, это Mood видео, official видео написано, значит, даже. Official видео, давай, чекнем, что-то тут черно-белое, да? Да, трек, кстати, тихий, у пацанов, у предыдущих был. Туманный, а за траблы будто дуло висок. Наблюдая кучу недопониманий, спасаю себя вот этих мариванный. А за туманами смог, траблы будто дуло висок. Наблюдая кучу недопониманий, спасаю себя вот этих мариванный. Ты не так, брачу, чую системные неполадки. Отнюдь не сладкий и нихуя не будет кратким. Этот беспредел, там много ума не надо. Кто же сдал, кто преуспел, кто до сих пор катает вату. В аду, суки, горите в аду. Пусть этот ветер подует на вас, да так, чтобы снести и задуть ваш факел, да факю. Слышь, не доносы, факю. Мы тут разбираем на мелкие крупицы ваш спектакль, маленькое чудо. В самом удобном месте мира. Все, что ты сумел сравнять до уровня сортира. Я же кину тротил. Маленькое чудо в самом укромном месте мира, все, что ты сумел сравнять до уровня сортира. А, это что-то с политикой связано.
Каспер обращается вообще Дживу в Инстаграме, там может к президенту. У вас у президента инста, да, ее можно отметить, он ему там пишет, короче. Я угораю, братан, говорю, у тебя яйца есть вообще. Он прям президенту Кыргызстана пишет там, типа, ты, блядь, нихуя не шаришь, короче. Вот, я пишу, братан, у тебя яйца есть в натуре. Вот. Голосуйте за Каспера, что? Нормальная, нормальная тема, он прям правду матку, да, режет, режет, короче, в точку бьет, правильно все делает, красава. Да так, чтобы хватило вычистить это дерьмо до последней крупицы силы. Чё не так, сука, я будто тупак, ну-ка. Чё не так, сука, правда не по вкусу, Чё не так, сука, я будто тупак, ну-ка. Чё не так, сука, правда не по вкусу. Города туманный, а за туманами смог. А какой охуительный трек. Спасаю себя в объятиях Марьи Ванны, а за туманами смог. Траблы будто дуло висок, наблюдая кучу недопониманий. Спасаю Каспер, Каспер, One Love, круто. Есть плюсы, есть минусы. Сквозь туманы, сквозь полюса. Экраны навязали вам дерьма без конца. Белые, черные полоса. Слышу и голоса. В кольца не только ради папаша. Не-не. Ну вот он, фальцет. Поколение, все это меняется. Люди непосредственно безответственны. Знают не все нюансы и последствия. Естественно, соответственно, мы действенно нацелены с врагами метод вай. Чё-то толерант, лучше избегать нахуй. Когда чувствуешь, как смута тебе настигает. Но тут проникают сердца, я понимаю, что никуда не деться от истины. Независимо. Фриман круто исполняет. Но текст, конечно, Дживу больше заходит. А за туманами смог. Каблы будто дуло висок. Наблюдая кучу недопониманий. Спасаю себя в объятиях Марьи Ванны. А за туманами смог. Каблы будто дуло висок. Наблюдая кучу недопониманий. Спасаю сюда в объятиях Марьи Ванны. Бля, какой охуительный трек. Я ни капли вообще не заскучал, ни в моменте. Топ, топ, топ. И, ну, в общем, слушай, я под впечатлением. Первый трек тихий. Тихий, ему хотелось бы погромче, потому что я у себя на звуковой там на максимум выкручивал, вот, там как будто мастеринга нету, либо ребята так решили, что ну типа вот так, мы хотим с такой громкостью, да. Ну такой бенгер, короче, там, обо всем и ни о чем, выебоны. Второй трек, конечно, да, прям душевный, мне очень понравился мотив. По куплету, по написанию Дживу мне, конечно, больше нравится. У Фримана прикольно, он круто исполняет, но именно по тексту вот эти моменты, естественно, непосредственно, безответственно, ну и немножко такая история. Вот. В общем, вау, мне зашло прям крутецкий трек, отвечаю. Это, у этого должно быть много просмотров. Ребята, там что-то вообще очень мало просмотров за 2 часа. Вот, давайте, давайте, разгоняем, разгоняем просмотры, значит, нормальное музло. Вот. Какой трек нравится больше тебе, пиши в комментах. А меня зовут Саша Вустайл, Рахмет Рахман за просмотр. Салам алейкум.